незаконного оборота более 4 килограммов наркотиков растительного происхождения. Сотрудники наркоконтроля совместно с УФСИН России по Ивановской области обнаружили в лесу вблизи села Талицы мешок с марихуаной весом более 1 килограмма. Наркотики предназначались для передачи осужденным Талицкой колонии. Проводится оперативно-следственное мероприятие по установлению лиц, причастных к данному преступлению. В ходе проверки информации, поступившей от граждан, сотрудники областного наркоконтроля провели еще 2 изъятия крупных партий наркотиков. В Иванове обнаружили 1 400 граммов марихуаны, а в поселке Каменка Вичугского района изъяли 1,5 килограмма маковой соломы. По данным фактам возбуждены уголовные дела.